январе 70-го года вышел в свет первый номер журнала «Квант», 1970 год. Вот я покажу некоторые последние номера. Я думаю, вам этот журнал знаком, научно-популярный физико-математический журнал. Он имеется в свободном доступе в интернете. Каждый примерно через месяц, через полтора после выхода в свет на бумаге появляется в интернете. И еще один юбилей, 15 лет журналу «Потенциал». Также этот журнал будет отмечать день рождения в январе 2020 года. С 2005 года этот журнал выходит. Несколько лет назад появился его, так сказать, брат. Это журнал, в котором вы находите статьи по математике, физике, информатике. А есть журнал «Потенциал», где статьи по химии, биологии и медицине. Перейдем непосредственно к теме нашей сегодняшней лекции. Непостижимая эффективность математики в естественных науках. Эти слова произнес 60 лет назад в Нобелевской лекции Нобелевский лауреат физик Вигнер. Примечательные слова, и тем самым физик выразил свое восхищение перед математикой. Непостижимая эффективность математики, так он назвал. То, что математика широко простирает свои руки в различные сферы, в другие науки, мы хорошо знаем. И еще несколько слов о классиках, на которые я хочу опереться. 333 года назад, посчитайте, когда это, в 1686 году, вышел в свет первый том сочинения великого Исаака Ньютона. И сочинение это называлось так: «Математические основания натуральной философии». Четыре слова. Давайте обратимся к каждому из этих слов в этом предложении. Математические основания. Ну, это понятно. Значит, в основе чего-то лежит математика. Математика – основа. А чего основания? Натуральной философии. Вот в те времена философия означала не то, что сейчас. Обратите внимание, натуральная философия, или, как говорили кратко, натурфилософия. Философия – это сложное слово, состоящее из двух – «фило» и «софия», и «софия». «София» – это мудрость, в переводе на русский, а «фило» – любовь. Значит, любовь к мудрости, познание мудрости, постижение мудрости. А натуральная философия – натуральная натура – это природа. Значит, а натуральная философия – это значит любовь к познанию природы, то есть физика. Вот если перевести сочинение Ньютона на современный язык, то мы можем сказать так – математические основы физики или основы математической физики. Сейчас я показываю вам книгу, которую написал выдающийся отечественный ученый, профессор Московского университета, академик Владимир Игоревич Арнольд. Книга называется «Математическое понимание природы». Я настоятельно советую вам с этой книгой познакомиться, а также с другой книгой «Что такое математика?». И что примечательно? «Математическое понимание природы». Вот не случайно Владимир Игоревич для своего сочинения избрал название, похожее на фундаментальнейший труд Ньютона. Там математические основания натуральной философии, здесь математическое понимание природы, там натурфилософия, здесь природа. Один к одному. Эта книга имеет подзаголовок «Очерки удивительных физических явлений и их понимание математиками». Значит, удивительные физические явления. А удивление, как говорил Аристотель, это мать познания. Познание начинается по Аристотелю с удивления. И вот, вдохновляясь этой книгой Арнольда, другими книгами,
И вдохновляясь названием сочинения Ньютона, я хочу предложить вам рассказы о некоторых сюжетах, в которых будет переплетаться и математика, и физика.